Привет, мои сладкие, привет, охотчицы грядки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Сегодня у нас опять Тигр Мэйл, 3 письма. Сегодня у нас 14 февраля, чтобы знать, когда пришли письма. Итак, сейчас посмотрим по штампу. Было отправлено 7-го, получено 11-го. Странно, принесли так поздно. Это у нас тоже 11-го. Отправлено 7-го. Так, это 13-го получено и отправлено, не видно какого числа. В общем, да, не видно, на марку прям ставили штамп. Кажется, 8-го, здесь цифра 8, да. И, кстати, вот это письмо очень странно, его как будто хотели вскрыть, потому что, смотрите, прям оторвано. Да, странно, очень-очень странно. Ну, давайте с него и начнем. Это у нас от анонима, Мурманская область. Кто ж ты, аноним? Мужчина или женщина? Так, что у нас здесь лежит? Надеюсь, что-то интересное. Ого. Ничего себе. Такого еще не присылали. Итак, здесь у нас 2 чая. Очень люблю вот этот чай. Гринфилд вообще очень люблю. Так. Как-то так странно. Здесь 2 сушки. О, боже мой. Уильям, Крис и Дилан. Так круто. И маленькая записочка, совсем маленькая. Очень-очень милое письмо. Спасибо большое. И оно так вкусно пахнет. Вот, я обязательно отвечу. Обязательно. Я всегда отвечаю на письма. И вот за это просто гигантское спасибо. Это просто, я не знаю, ну, в общем, у меня шок. Спасибо большое. И вот за это очень удивило. Очень. Даже не знала, что можно пересылать такое. Вот, немножко насорила, но ладно. Итак, далее идет у нас письмо от Жанны из Санкт-Петербурга. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас... О, прикольно. О, и даже мечтаю туда попасть. Зеленый век фест. Такая вот не брошюрка, а пригласительный даже, наверное, какой-то. В общем, рекламка. Да, очень прикольная. И само письмо. Обязательно его прочту, когда закончу снимать. И отвечу. Спасибо большое. Ну и, конечно же, последнее письмо. Это от Лёли из Красногорска, кажется, да. Я сама эту девочку нашла в Инстаграм и написала ей, можно ли написать ей письмо. Вот, отправила ей в январе письмо. И она мне ответила. И вот, у нас завязалась дружба. Просто обожаю ее Инстаграм. И вообще она очень интересный человек. Это мое первое письмо от нее. И уже видно, как она его красиво оформила. Просто все вот эти вырубки, марки. Просто потрясающие. И ты написал, что ты не умеешь оформлять заднюю сторону конверта. Это неправда. Это уже прикольно. Итак, потрясающее просто письмо. Просто потрясающее. Я даже не знаю, как это писать. О, боже мой, здесь есть такая вот деревянная вырубка для скрапбукинга в виде листочка. Очень красивая, очень нежная. А затем вот такие классные стикеры, от которых просто нельзя глаз оторвать. Мои любимые оттенки и золотое сечение здесь очень так красиво смотрится. И сами листики очень красивые, я такие никогда не видела. Наверное, очень дорогие. Затем в форме тежика, да, это и есть тежик, вот.
красивая такая скрэп-бумага. Очень красивая, кружевная. Нежно такого сиреневого оттенка. Здесь еще цветы у нее нарисованы, но на камере этого не видно. Затем у нас идет письмо. Потрясающие салфетки. Это, как я понимаю, тоже вырубка. Скорее всего, да, на станке сделано. Тоже очень-очень-очень красивая скрэп-бумага. И наклейки с радугами здесь. И вот такое вот невероятно красивое письмо, которое оформлено просто, не знаю, невероятно-невероятно по-художественному. Просто целое удовольствие держать в руках это все. И у тебя очень красивый почерк. Просто очень красивый почерк. И классный скотч. Да. Обязательно прочту и отвечу в ближайшее время. Но также здесь еще была вот такая открытка. Вот она. С таким красивым корабликом. Акварельным. Очень-очень красивым. Дэвид Боуи. Здесь. Это очень ценно. Это просто невероятно ценно. Еще более ценная становится открытка. Вот, спасибо большое. Так что, вот такая вот красота была в этот раз в мейле. И всем отвечу обязательно в скором времени. У меня уже складывается кучка писем для ответа. Около 9 писем, да, на которые еще нужно ответить. Вот. И спасибо вам большое. Если кто еще хочет написать, то спрашивайте. Я обязательно оставлю адрес в личные сообщения. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.